Всем привет! Давайте я еще немного подкорректирую прошлое видео и расскажу вам еще об одном способе, помимо, допустим, как мы делили на поле группы нашу модель. Вот она поделена, и мы наносили на нее, выделяли и наносили на нее курву. Курва у нас была патрон. И вот так мы наносили наши патроны. Все это понятно. Но давайте теперь рассмотрим еще один способ, как что делать. Давайте откроем болвана, которого я скачал. Вот наш болван. Так. Давайте теперь посмотрим, как еще курва наносится на модель. Выберем, допустим, я не знаю. Давайте вот эту курву посмотрим, что тут есть. Ну, тут бляхи, понятно. И давайте вот этот откроем. Что тут у нас? Так. Это понятно, это понятно. Ну, давайте попробуем, что там, цепь или что было. Вот так вот ставим модель. Где-то вот сюда вот так вот ставим наш курсор. Вот так вот проводим и жмем Shift. Немножко вот так вот корректируем. И вот что у нас нанесено. Давайте я приближу. Вот такой дракон по поясу. Прикольно. Можно его вот здесь вот уже дорабатывать, связывать с моделью. Но забыл я вам еще одну штуку показать. Вот это давайте мы уберем. И допустим, вот так вы делаете и делаете дубликат модели и работаете. Вот давайте теперь с этой будем работать, а это пусть у нас висит. И давайте опять нанесем вот этого нашего дракона. Вот так вот выровняем. Выравнивание идет вот, вот так вот вы вниз уводите, в бок уводите. И потом, когда вы все это дело выровняли, бросаете все, и все, вот он на поясе. Можно делать через курву здесь, вот как мы делили на поле группы, вот эту вторую модель не трогаем. А эту модель можно хоть всю исполосовать и делать из нее что хотите. Вот так вот. Так вот можно поделить. Вот. Она так и будет оставаться, видите, как неделенная. Не получается. Мы на нее будем крепить все, что нам надо. Так. Ну, что теперь можно сделать? Давайте сделаем вот что. Зайдем в поле групп. И так. Полигрупп и нажмем Group Visible. И теперь зайдем в Split и нажмем Go Split. Ок. Так. Давайте поставим на стандарт. Вот у нас Mesh появился. И можем Go Split сделать. Вот получается, вот эта модель у нас
рабочая. Вот мы ее можем отключить. На ней так и остался наш ремень. И теперь что можно еще сделать? Отключим эти саптулы, их потом можно объединить будет. Нажмем опять поле групп, групп visible. Вот, все. Group visible и go split. Окей. Уже ничего на нем нету. Вот что можно делать. Вот у нас также можно отключить нашего болвана. Вот он у нас рабочий остался. Это у нас такой болван. Второй. И теперь что можем сделать? Отключить этого. Включим полностью наш ремень. Вот так вот. И давайте, ну, сделаем с ним вот так ремеш. И нажмем ремеш all. Вот он сейчас его прогонит. Это в прошлых уроках я уже показывал. Вот у нас появился еще один саптул, уже объединенный. Вот так он выглядит. Давайте приблизим, посмотрим на него. Вот в такой он шкуре. Вот теперь надо эту шкуру ему убрать. И жмем Project All. Оп! И вот он, красавчик, у нас появился. Вот теперь можно его сохранить и просто добавлять как саптул к любой модели. Можно кольцо из него сделать, можно отрезать, потом его там распрямить. Да что угодно. Вот такой он у нас получается. Саптулов, вот этих вот курв очень много. Их можно скачать в интернете. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот вы нажимаете Load Brush. И в папке, в которой можете вкинуть саму программу или создать папку свою. И в нее вот вкидываете альфы, курвы. Ну, давайте посмотрим. Вот разные вот эти все курвы. Это скинутые с интернета. Легко можете найти. Это полностью комплекты. Ссылку я постараюсь под этим видео дать на некоторые. Все, всем пока.